Ну, такая игра была, и казалось 3-1, что все, победите, да? Вот у нас, у болельщиков, у всех. Что думала команда? Что случилось? Не, я думаю, что решили определенные нюансы игровые, которые мы не доработали. Просто думали, что при счете 3-1 соперник еще больше будет раскрываться. А почему они играли дисциплинированно всю игру? Они играли дисциплинированно, и эта дисциплина им помогла выиграть игру. А мы допускали грубые ошибки, которые непозволительны. Непозволительны на таком уровне. Это суперлига, здесь наказывается сразу. Я думаю, что сделаем выводы, нам надо готовиться, нам надо укреплять психологию, улучшать игру, потому что преимущество есть, и мы это преимущество отпускаем. В нескольких последних играх это проявлялось, и в конце концов нас наказали, потому что ввести в два мяча, ввести в три мяча и упускать это, команда высокого уровня, наверное, не имеет права. А так, ну, игра есть, хорошая игра, с нашей стороны тоже мы старались. И можно было удерживать этот счет по игре. Не просто удерживать, а играть правильно, не допускать грубые ошибки. Где-то эмоции, где-то, может быть, еще какие-то мысли в голове, что мы уже все дело сделали. Но надеюсь, что сделаем правильные выводы и к завтрашней игре будем готовы. Спасибо.